Всем привет! Давно у меня не было видео про мои орхидеи. Ну, кто смотрит мои ролики, знает, что мы переехали из Москвы жить в Тульскую область. Построили небольшой домик. Вот. И, соответственно, все барахло, а также цветы и все прочее приехало тоже сюда. Сейчас у нас на дворе ноябрь. У нас уже лежит снег. Видите, какая у нас красота за окном. Вот. Ну, значит, это видео хочу снять про орхидеи. Ну, как вам сказать? Наверное, конечно, это кошмар или ужас. Не знаю, как правильно сказать. А дело в том, что когда мы приехали сюда, у нас была только одна малюсенькая комната. У нас был такой, вот как бытовочка у нас была. А к бытовке мы за лето еще пристроечку вот такую сделали. Вот, но цветы мне, соответственно, было разместить некуда, и они просто стояли у нас на улице. Мы купили голую землю, то есть у нас прям вообще совсем поле. То есть сейчас вот я вам окошко покажу, видите? Вот это все поле, это вот наше все. Вот. Вот. Там ничего у нас не было, и цветы у меня все лето простояли в поле. То есть я привезла их где-то, наверное, в мае месяце, поставила прям в траву, еще травы не было. Вот. И забыла про них. Ну, стоят они там, вроде стоят, так посматриваю периодически. Они все заросли травой, их было практически вообще там не видно ничего. А по осени, думаю, ну, начало холодать, надо в дом тащить. Значит, что за лето у меня с орхидеями произошло? Их сначала пожгло солнце, потом шли дожди несколько недель у нас. Они были все в воде, причем вода была прямо поверх горшка, и несколько недель так стояла. Потом их нашли мои козы. Обожрали. У меня съели 3 орхидеи целиком, в том числе 2 ванды. Ванды почему-то им очень понравились, они их съели совсем целиком. Вот. А остальные, они, конечно, очень сильно пообглодали листочки. Вот. Потом уже было холодно ночью, там чуть ли не до 0, и мы еще никак не могли, стройка у нас не могла закончиться, и занести мне их было некуда. Вот. Ну, в итоге, в общем, мы стройку, ну, с этой частью как бы пристройки мы закончили. Я отвоевала место для своих цветов у мужа. И затащила их сюда. Ну, давайте теперь смотреть. Значит, ну, есть товарищи, которые, в общем-то, совсем неплохо себя чувствуют. Вот у меня... А, так не видно. Ну, вот, например, да, сидит хороший. Относительно вон там хорошие листочки есть. Но это видео про совсем плохие. Про совсем таких товарищей, которые совсем почти никак у меня... Совсем плохо. Вот один у меня есть совсем. Совсем. Сейчас я вам его покажу. Вот он. Вот. То есть здесь он сначала его сожгли. То есть торчит, грубо говоря, кочерыжка. Кочерыжка. Из нее торчат корни. Вот. Я сначала, значит, так, ну, засох, наверное, там, или козы съели, съели бог, не поставил в сарай. Стоял он в сарае недели две, потом я посмотрела как-то, ну, перебирала эти... барахло в сарай перебирала, смотрю, какой-то там лезет маленький листочек. Думаю, живой. Затащила в дом, вырос листочек. Ну, такой сантиметра два, наверное. Потом мы тут делали перестановку, сломала я этот листочек случайно. Но я его поставила, потому что он дал, кроме того листочка, еще цветонос мне. Но на этом цветоносе он дал мне, оп, вот, детку маленькую. Думаю, ну ладно, если большой не выживет, детку отрежу, корни даст. Вот, значит, поставила я голую кочерыжку. А сейчас сегодня подхожу, смотрю, совсем там малюсенький, вы видите, новый листочек лезет. Маленький листочек лезет. Да мало того, листочек, он же на этой же своей вот этой вот на отростке еще и цвести собрался у меня. То есть, вот. Это были у меня цимбидиумы. Тоже они все засохли. Был малюсенький листочек, в дом затащил, вот пошел новый. Были у меня вот еще... дендрик у меня весь засох, обвалился, дал новенький, вон там вот. Вот. Никаких реанимационных действий я, в общем-то, не применяла. Ничего такого я не делала. Я просто занесла их в дом. В тех же горшках они все тем так, точно так же посажены, как и было. Я занесла их в дом, поставила, ну и один раз полила. С тех пор как. Вот сегодня собралась второй раз поливать. Думаю, наверное, бы уже пора. Думаю, надо снять видео. Вот. Вот у меня эта здоровая орхидея, которая была огромнейшая, но она тоже зацвела. Хотя я хочу сказать, что плохо очень видно. Там всего-то несколько, в общем-то, листочков на ней.
Ну, собралась цвести. И вот, например, вот этот тоже весь собрался. Видите, почки набрал. Вот он. Тоже собрался цвести. И даже где-то у меня тут был малюсенький. А, его не видно. Вон он там стоит. Вон, вот тоже. Не помню, как называется. Где-то по интернету я заказывала. Мне привезли. Вот он тоже такой, два листочка, собрался цвести. То есть они все постояли. Помокли, посохли, замерзли. Теперь я их втащила в дом, и они опять начали расти. Причем я никаких ни подкормок, ничего не сыпала. Ну, я уже повторюсь, наверное. Ничего абсолютно не добавляла. Как поставила, так и стоят. Вот. Ну, тут у меня тоже, видите. Конечно, наверное, надо будет назвать видео выживаемости орхидей, что ли, я не знаю. Вот с имбидиум. Его выдрали козы вместе с корнями. Там вон какие-то семечки дикие насыпались. Не буду ничего выдирать, нехай растет. Вот, пошел. Вот дендрик. Это тот, который у меня на одном из видео купался. Все листы ему. Причем я... Тут не видно. Вот тут на вот этом стволе вот такие вот эти маленькие были как бы детки. То есть такие тык-тык-тык-тык по стволу были. Ну, козы их сожрали. Вот. Не успела убрать. Козы сожрали. Ну, деток пустил сбоку. Вот, ну что тут еще у меня из интересного? Еще вон там у меня один. Сейчас. Вот тоже. Вот пустил листочек. Где-то тут маленький был. О, уже даже второй. Вот один он пустил листочек, вот второй. А это весь ужас, который на улице их тряхануло. Вот, и собрался тоже цвести. Ну, один стоит у меня, просто палочки, что-то никого я там у него не вижу, ни деток, никого. Но это мне тоже присылали, на нем даже бирка вот висит. Вот он ко мне так приехал, так и приехал. Но палки зеленые, выкинуть жалко. Ну, вот так что. Зря говорят, что орхидеи супер прихотливые. И все они у меня выдержали, и залив, и сухость, и козы сожрали, дети наступили, что так, в общем, с ними не было. Вот, ну, ничего, поставила. Причем не очень, прям не очень, а у окошка. То есть у меня раз окно, два окна, они как бы между окон стоят. И, в принципе, им хватает листочки, цветочки, все как надо. Вот. Ну, все, ладно, всем пока, всем удачного выращивания орхидей. Пусть они цветут у вас и радуют. Все, пока.